Ничего не могу сказать. Я из другого отдела. Я тут всего полгода проработал. Но... Копов убивают? Часто? Нет, я бы не сказал, что часто. Я просто был почти 20 лет. Пока что... Пронесло. А где все? Обычно детективы днем работают. Так, а где кабинет Бакстера? В том коридоре, справа. Ладно. Хочешь, чтоб тебя застукали? Прошлась тут как торнадо. Тут до меня все так уже и было. Да, понятно. Где можно спрятать досье в такой комнатенке? Да хрен знает. Твое настоящее досье. Вот доказательство. Надо же, он так и не дал ход компромату на меня. Ага, не торопись. Нормуль, досье само найдется. Ладно, давай-ка успокоимся и подумаем. Его же не будут хранить у всех на виду. Надо просто поискать. Сообщение. Эй, проверь голосовую почту. Ладно. Бакстер, я тебя снял с этого дела. Чтобы все документы и это ее досье лежали у меня на столе. Если Рекс запрашивал это досье, оно может быть еще здесь. Да.
Ну же, надо найти досье. Не лезь ко мне. Ищи лучше. С той стороны должна быть щеколда. Ага. Надо ей сказать. Вроде нашел. Покажи. На стеллаже сбоку кнопка. Да, это оно. Надеюсь, ты понимаешь, что здесь написано. Ведь правда? Да, но не все. Последняя запись, он про меня знает. Боже, он за ней охотился. Еще ничего не ясно. Ладно, пора идти. А черт! Стоп, что это? Музей? Очень странно. Откуда это в досье? Не знаю. Ты возьми с собой, и там разберемся. Она здесь. Надо проверить. По всем кабинетам. Так, валим. Не высовываться. Давай, давай! Сейчас. Стой, погоди. Дай сначала посмотрю, что там. Рекс. Кто? Коп, тебе его лучше не знать. Ладно, надо добежать до той комнаты по моей команде. Эй, сэр, стойте. Почему объявили тревогу? Давай, давай, давай. Да какая-то панкуха сбежала. Здание проверяют. Она что, внучка гудит? Камеры запираются. Как поймаем, спросим. Слушайте, я хотел сказать... Охренеть! Что это такое? Оперативный штаб. Здесь хранятся все данные по нашему делу. Ну, я свое получила. Пока. Эй, ты еще не поняла, что в одиночку точно на тот свет отправишься? А это уже знаешь? Не твое дело. Черт.
Эй! Ты далеко собралась? Если тебе так надо, сам ищи свои долбанные улики. Одна ты, мать, не найдешь. Что? Найди в участке мои записи. Не возвращайся, это опасно. Так, послушай. Твоя мать составила это досье, чтобы помочь найти убийцу. Там не сказано, что стало с ней самой. У нас разные цели, но путь к ним один. Надо найти убийцу. Мне нужен помощник в мире живых. А тебе ищейка. Последнее дело. Кладбище Эшленд Хиллс, его не видно, но оно там. Что? Не знаю, видимо, она считала, что тут замешан звонарь, а копы нет. Ладно, пойдем туда. Эшленд Хиллс. Мы не думаем. Да хорош, мы нужны друг другу. Я тебе нужна больше, чем ты мне. Короче, мы партнеры. Ладно. Временно. Ну а больше мне и не надо. Ронан. Ронан О'Коннор. Я... Джой. Серьезно? Ронан, что ли, лучше? Имечко прям как из средних веков. Так мы правда идем на кладбище? Ну? А, мне надо кое-что сделать. Встретимся там. Не-не-не-не-не. Никуда я тебя не отпущу. Или так, или все отменяется. Если не приду, значит, не судьба. Все? Понял? Я на тебя очень рассчитываю. У меня больше никого не осталось.